Здравствуйте. День на исходе, а я тут решила все-таки поснимать. День такой. Утро. Утро в готовке. Потом отдыхала, полежала, подремала. Сейчас, секундочку, займу полотенце. Встала, детей накормила обедом. Сходили сейчас до магазина, вынесли мусор. Сейчас они у меня поливают. Я не знаю, ну, если будут авторские права. Ничего страшного, у меня все равно не монетизированное видео. А сейчас котлеты. И все. Курочка. Вот, так что... Не отдыхаем. Лёшка музыку слушает. Дети у меня грядки поливают. Ну, режим у вас пристроен. Вот. Поливают грядки. Ну, так, не жарко сегодня, как польют, ничего страшного. Сейчас попозже. Получше пролью их выйду с котлет. Немножко по-другому делаю котлеты с мукой. Немножко фаршик умыли девчоночкам на ужин. Побудьте без меня, пойду руки помою. Не-не-не, не стой, давай, я сейчас уберу. Что, приступим? Мои котлеты, наши помидорки, огурчики мы сегодня сняли с девочками, да? Что? Что это у вас тут за кухня? Это молодая кухня. Молодая кухня? А что за блюдо-то рассказываете? Ой, это чокопай. Чокопай? Да. Печенька. Печеньки. Это кофе. Это кофе. Это порошок за кофе. Это кофе, сама. Тут вода должна закончилась. Надо накрыть бассейн. Будем накрывать? А зачем мы его открывали? А я не знаю, зачем мы его открыли сегодня. Смотрите, какое небо красивое. Вообще. Так, вот
вроде как-то погода не купательная. Вот мои рыбочки уложил. Рисовал ее я, друг каждый день улыбнулась. Девчонок не видно. Матрешкин, блядь, как на ужин-то летают. Выбирайте себе место, выбирай по тарелке. Это моя. Туда можно сесть? Можно, тут побольше, кстати, получилось. Картошка жареная, мяско, огурчик малосольный, рыбка жареная. А я повезло, теперь не можно все. Маленькая. Почему это можно все? Ну, почти что. Ну, почти что, да. Можно. Чуть-чуть, Настя, чуть-чуть. Все, стоп. Ну, потому что поливаешь, у тебя получается один кетчуп. Mm-hmm. На, тебе нужен кетчуп, Соня? Ну, а? Так, ну, чуть-чуть только. Чуть-чуть. Кушать. О, горячо? Ну, хоть дуй, господи, закидывай. Вот, смотрите, какая она капает. Хорошо, капелька. Кушайте, там еще сок на холодильнике есть. Так, вас... На, поедим, и я вас пойду помою. И пойдете оденете теплые костюмы, хорошо? Угу. Потом я помоюсь, почему оденусь теплые. Вопрос интересный, конечно. Не осень уже. Ну, уже вторая половина лета. Угу. Должна жара быть. Кто сказал, кому должна? Всем. Давайте кушать. А я рыбку сейчас поем. Мы намылись, накупались. И сейчас пойдем походим, погуляем немножко. Бассейн не накрыт. Да и бог с ним. Пусть до утра стоит. Все равно погода не куп-купная. Девчонки, у меня вообще это просто какой-то нонсенс. Говорю, одевайте на... О! 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 Велосипедисточка! Поставь на место его, где взяла. Да мы катаемся. Не, мы сейчас гулять пойдем. Катаются они все. Вот прям где взяла. Не, не совсем тут ты взяла. Да его Настя вопила голову. Ладно, пока сейчас поставлю сюда. Ну зачем на дорогу? Вон, загони под окно. Вот там вот никому вообще не мешает. Вези, вези его. Вот сюда? Да, да, да. Загони. Все, пошли. Ох, спит. Ну, пойдем. Я этот платочек даже голову помыла, мокрые волосы. Настя в доме. Ну, у нас, как всегда, то чай кипит, заварки нету. Обычно я... То хер стоит, Тамарки нету. Обычно я там застываю. Как мамонт ходишь. Вы ходите по дому, как мамонты. Вас слышно в конце участка. Дверь посильнее закрой. Дверь в комнату закрыла. Здесь дверь закрыла в коридоре. Но это не точно. Все, ушли.